Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в станице Гастагаевская. Это всего в 14 километрах от города курорта Анапа. Добраться можно за 15-20 минут на автомобиле. Сегодня я вам расскажу об участках, которые имеются у нас в свободной продаже. Хочу сказать о том, что все участки расположены в довольно удобных местах. Все для того, чтобы нашим клиентам было комфортно жить и без проблем добираться до основной инфраструктуры. Итак, сейчас мы находимся по адресу переулок Радужный, 6, площадь участка 6 соток, назначение земли ИЖС. Из коммуникаций здесь будет электричество 15 кВт и центральное водоснабжение. Цена участка 1 300 000 рублей. Следующий участок в 9 соток земли находится на улице Украинской, 24В. Назначение земли здесь ЛПХ. Из коммуникации электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и имеется газ. Стоимость участка 1 750 000 рублей. Расстояние до школы 1,5 километра, а до центра со всеми его магазинами 2. Следующий участок, который находится у нас в свободной продаже, находится на улице Линейной, 4А. Площадь его 5 соток, назначение земли ЛПХ. Из коммуникации электричество 15 кВт, скважина, а также газ по фасаду. Стоимость участка 1 350 000 рублей. Отсюда до центра немного ближе, буквально километр, до школы 750 метров. На улице Трудящихся в продаже имеется сразу два участка – 83А, 83Б. Каждый по 6 соток, назначение земли ИЖС. Из коммуникаций газ, центральное водоснабжение и электричество 15 кВт. Старые постройки, которые сейчас находятся на участках, они будут убраны. Стоимость одного участка – 1 750 000 рублей. До школы от этих участков 850 метров, а до центра чуть больше километра. Все эти участки продаются с договором подряда строительства. Какой проект вы захотите, такой мы вам и построим. Подробные планировки домов смотрите на нашем сайте sga23.ru. Обзоры всех коттеджей вы можете посмотреть на нашем канале, там же ролики о самой станице Гастагаевской и ее инфраструктуре. Есть вопросы? Звоните в отдел продаж. Наши менеджеры всегда ответят на все интересующие вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди еще много интересного. С вами была Инна Борисова. Пока-пока!